цель, это вот это первое движение. Второе движение, там же пальцы стоят, да, только мы теперь скручиваем голову. Второе, это диагональное скручивание, примерно под 60 градусов. Скручиваем в эту сторону, и в эту сторону упираясь в кремиальный отросток. Вот подписано, кремиальный отросток, да. То есть на натяжение, сейчас я это все покажу. И третий прием, не отходя от кассы, мы переворачиваем руку чуть-чуть вот сюда, на затылочную кость, и доворачиваем атлант. Вот затылочная кость, ушное отверстие, видите, да? Прямо над ним затылочная кость находится. Вот за нее удобно мы поворачиваем атлант. Дело в том, что атлант, вот он находится прямо под затылком, горизонтально. Его можно поправить, только повернув вдоль затылка. То есть вот у нас движение получается вдоль, да, ротация. Ротация это по оси вращения, ось позвоночника имеется в виду, да, то есть... Здесь вот смотрите, обратите внимание, написано именно ротация, не путайте. Скручивание второе было, третье это ротация атланта. Ну, 90 градусов, потому что относительно оси получается, да, новой оси. И за височную кость, то есть место приложения усилий вот здесь теперь. Теперь внимание, демонстрирую все на живой натуре. Значит, смотрите, положили вот человека. Вот он поудобнее укладывается, да, мы его предупреждаем, не укладывайся, чуть-чуть подровняли, чтобы вот свободу качания почувствовать. Если он плотный такой, да, прям к столу прилипает, можно нам за остистые воли. Акромиальный отросток его вот вытянуть. Вы видите, голова доворачивается немножко. Теперь хватаемся за затылочную кость. Вот. Первый прием это на растяжение. Раз. Второй прием на скручивание. Два. И третий прием на ротацию. Вот сразу убираем на вот эту косточку, да, и три. Все делается достаточно быстро. Раз, два, три. Если шею потянул. Вначале был. Было, да? Было вначале. Ну, сейчас у нас демонстрация, у нас нет как бы сама цели хрустнуть. Ну, вот еще раз вам покажу. Давай, расслабляй голову. Не расслабил. Вот, немножко держишь шею, да? Ну, я это просто продемонстрирую. Раз, потянули, да? Вот тут будет щелчок. То есть, смотрите, вот получается.